Большая часть времени тренировочных сборов Краснодара в Абу-Даби уже позади. Сами футболисты признаются, что самая трудная работа уже выполнена, а впереди все самое интересное. Уже по сложившейся традиции, сегодня команда свой трудовой день начала с занятия в тренажерном зале. Спустя 40 минут черно-зеленые отправились на футбольное поле. Там быков ждала работа с мячом. Для начала разминка, затем квадраты. Завершилось утреннее занятие тем, что команда разделилась на две группы. Первая под руководством Славолюба Муслина выполняла упражнения, атакуя на одни ворота, тем самым еще более укрепляя навыки игры в обороне и нападении на небольшом участке поля. Вторая, состав которой периодически менялся, совершенствовала технику под руководством тренера Сергея Горюнова. По окончании тренировки команда вернулась в отель и уже после обеда и небольшого отдыха вновь отправилась на футбольное поле. Ровно через сутки в это же время футбольный клуб «Краснодар» уже будет находиться на стадионе и вести последние приготовления к предстоящему товарищескому матчу со сборной Узбекистана. Ну а сейчас для подопечных Славолюба Муслина настало время вечерней тренировки. По сравнению с предыдущими днями, сегодня быков ждало укороченное занятие. На протяжении него команда была разделена на две части. Вратари занимались по своей программе, полевые игроки уделили время отрабатыванию позиционных и тактических действий.